Лучшие исследователи со всей страны прибыли в Витебск. Поводом для оперативного сбора стало не громкое расследование, а интеллектуальное соревнование. Первый турнир собрал 8 команд со всех областей, а также столицы и центрального аппарата Следственного комитета. Впрочем, здесь, как и на службе, сыщикам пришлось разгадывать головоломки, проявить эрудицию и энциклопедические знания от биографии поэтов и писателей до творчества рок-музыкантов. Всего больше 100 вопросов. Следователь должен владеть всеми отраслями и жизни, и, в общем-то, во всех сферах быть сведущим. Лично я люблю вопросы, которые, в общем-то, вопрос точно не знаю ответ, но 3. Путем логических размышлений, используя знания, согласно, может выйти к правильному ответу. Зрителями и по совместительству группой поддержки стали учащиеся правовых классов, которые намерены связать свое будущее со службой. Победа и главный приз «Сова» достались команде центрального аппарата. Второе место у витебских следователей, бронза у команды из Гомеля.